Стерня сегодня занимается конструированием из бумаги. Из бумаги мы будем делать ангела. Для этого нам понадобится скотч, бумага, ножницы. Мы используем лист формата А3. Но чем больше лист, тем выше будет ангел. Основа всех деталей для ангела будет круг. Большого листа у нас не было, поэтому мы сделали вот таких 4 части. Чтобы их соединить, мне понадобится помощник. Края соединяем скотчем. Получился полукруг. Два полукруга соединяем. Теперь нужно научиться складывать круг вот в такую фигуру. Складываем круг пополам. И каждую часть еще раз пополам. Все стороны нужно выгнуть в один бок. Теперь нужно каждый треугольник согнуть вовнутрь. Детали поменьше вырезаем из альбомного листа, чтобы получились вот таких два круга. Эти круги складываем так же, как и большой. Используем маленькие кружочки, а складываем их точно так же. Соединяем с помощью двустороннего скотча. Соединяем. Из маленьких деталей выкладываем воротничок. Сделаем голову и им. За головой приклеим окружность побольше, это будет нимб. Вот что значит конструирование из бумаги. А тот, кто хочет узнать о других поделках детской студии «Высылка», заходите на сайт www.vysylka.lg.ua.